Перич сближается с Васильевым, уходит влево, вправо! Перич, кому? Кому, Марко? Ой, какой гол! Только я хотел сказать о том, что почти не бьет сегодня, не дают бить Карлиньосу. Пушка его зачехлена, как Марко Перич напомнил всем о том, что у него-то удар тоже пушечный. Штангу попадает Марко Перич в самое сокрестие. Я думаю, что мы очень плохо сыграли в обороне. Но еще мы очень много там не забили во втором тайме. Удар Перича, мяч в воротах. Но арбитр показывает, что чуть раньше было нарушение правил, и поэтому мяч не засчитан. Да. Удар по воротам. Вот это гол! Марко Перич в первом тайме похожий мяч забил, но это самый красивый гол сегодняшнего матча. Ну, мы тоже будем стараться их поймать на контратаку. Перич! 5-5! Вот это да! Айда Марко Перич! Ох, как опасно! Вдвоем тут взяли в коробочку такую игроки Норникеля. Перич. Марко Перич. Очень аккуратным у него получился этот удар.